Доберитесь до шестира. Попробуем добраться. Короче, нужно прокучить. Там, кстати, поскольку у тебя сила на максимуме сейчас, от того, как ты убиваешь, тоже от этого у тебя этот легендарист будет прибавляться. Не только от выполнения задания. Теперь еще и от убийства. Кто-то это... Замечаю, что у меня легенда по 30, по 300 тысяч болот. Yeah, I watched it go down. It's worth checking for survivors. It could be someone from outside the quarantine. Спалили. Где лучше это место на карте, которое машина покажет? Да хватит меня уже. Там меня спалили и двигатель сломали. Вся мне. Ай, не ты бежал до воды. Я почти сказал. Я почти добежал. Ну, теперь до своей машины буду бежать. Да убери ты оружие. Зарубить еще. Щечки легенды какие-то потерял. За атаку, блин. Сложнее, чем в городе. Ты с ума сошел? Ну крутани. Ну так план, тут открытое поле. Только выйди, тебя выпалят.
Если он хоть машину желаешь. Что? Залезь-то, блин. Какую-то карточку не надо. Путь достался. Так, хватит плеваться, блин. Так где аптечка, блин? О, господи. Какой-то гнездом нашел. В туннель. Ирюхус. Чистить один за 30 секунд. За всю казань.
по уставу не положено. А я перед этим тебя разжал и убегал. Как им это делать? Ну я пока до списка долго перелистаю, еще не залезу. Ничего не сделал, просто на ровном месте спалили. Я такой появился, чего вам мне надо? Места в инфаре не осталось, если нужно. Молотом. Так где молотом? Вот здесь будет. Где-то этот труп лежит. Здесь он чертеж. Ну вот откуда ты взялся? Подойдем, не знаю. А вот что там творит?
человеку. На этой заправке ищу. Гигант. Дадут машину починить. Да. Что с этим? Алло, дядя Игорь. Алло. Вот это компа. Операция закончилась. Что могиле писать? Имя, фамилия, отчество есть? Давай не безымянный могиле писать. Какое? Да я их там, блядь, прогунов там, я сейчас был в этом гнезде. Я их... супер молотовым подчёк, они начали крутиться, а санок побежали. Все равно, ну, меня не били, но огонь, которым они горели, я от него еще горел. Они меня так убили этим огнем. Меня же с моим оружием. А зачем кирпич ты в руки взял? Дверь открывает, да чертежи, ага. Кнопка замка нет. Все, ради чертежа здесь. Как это тут лежит? Thank you.
Да не, могу сломаться, если я тебя только что починил. Мы же без силы уехали. Потерял что-то. А, стих толще здесь. Случайно это не тот враг. Где можно прокачать вождение. Заехать бы сюда. Не смотри, это не тут влево, как тут рядом труп как-то залететь может. Вроде ничего не тормозит, и все равно что-то не хватает скорости. Поближе. Да почему у тебя скорости нет? Ровная дорога, мне ничего не должно мешать. Thank you.
того. Да отстань, я же нажимаю Ctrl, блин. Не знаю, как залететь туда. Я застрял. Вообще перевернулся. Да я перевернулся. Как мне его вывернуть? Зажги вот, давай мне опыт. Поняла. Я-то его уехал, да. Куда уехал? А я не знаю, ночью здесь собрал, подняли. О. Что за дела? Ты не скажешь ничего. Скоро это кружится у нас он. Война началась. Не хлопот. Просто с таким видом не видно. Где эта труба вот поближе к врагу? Во, получилось. Почти. Получилось. Надо, чтобы... Надо, чтобы машина как-то застряла задними колесами. Не зацепляться бы еще. Не долетел.
Я не потерял эту точку, ну крюк поставилась. А, ну откуда этот взялся теперь? Значит, он сам тихо. Куда он пост искать? Ты нафиг это в трешине затупал уже, придолгай. Куда я еще влез? Ладно, мы продвинемся так. Как отсюда вылезти теперь? Да блин, опять сюда же приехал. Is this about a weapons collection? Ah, yes. It's something I've wanted to take care of for a while now. There was this man, Adam, who lived in town. A bit eccentric, but everyone liked him. Especially when he got drunk. Well, he had a huge collection of weapons, famous for it. And he was a good shot with his precious revolvers. But then, when he started getting older, he got paranoid that someone was going to steal them.
And the rumor is, when he died, his house turned up completely empty. No weapons anywhere. Okay, but how does this saber fit into the picture? Adam was crafty. Years ago, he got hold of my grandfather's saber, and nothing I could do would persuade him to give it back. I just hope if he hid his other weapons, that saber is among them. Тут что-то у него есть. Еще. Дает мне. Джазир, that was one cryptic message. I didn't want to get into details over the radio. One of the men from town just died from the water poisoning. Oh, I'm sorry to hear that. Yes, we all were. He was military. And he asked us to give away all of his possessions. The last thing we have left is this card. I don't know what its purpose is. That's a military key card. I mean, if it's properly authorized, it could open any military electronic lock. You take it. Maybe it'll help you. Besides, we wouldn't even know what to look for. Yeah, thanks, Jazeer. Карточка. Tell me about this Sabek guy. Before the outbreak, what was his job? He was a forest ranger, a proud and brave man. Always said he felt better in the company of animals. So he was a natural fit for the Faceless? No, that idea came later. He wasn't a believer at first. It was only when he received the Mother's blessing that he decided to help her achieve her goals however he could. And that's when he started bringing you medicine. Taking care of some of the needs of our community, yes. And he still lived in the hut? That's quite a commute, especially on foot. And that's what was special about Sabit. He just wasn't afraid. Not of monsters. Not of the dark, even. He wandered around in the night as if it were nothing special. Thin line between bravery and madness, huh? We all saw it. The Mother accepted you into the following. So we should accept you into our community too. You are welcome now among the children of the sun. Thank you, Jazeer. Hey kid, I gotta drop by the post office so I could check and see if your package is there. You know what's inside? A present? From Mommy? She wrote and said she was sending me a surprise present. She's coming back after I get it too. And she can play with me again. Посылку, значит, с этим. Красотку мне такой посылку. Не знаю. Я, короче, первый не был такой. Даже гуляли бы. Он красиво ухаживал без храмства. Не отодвинул меня, просто подошел и сказал. Я сначала извинился, а потом посмотрел. So, you don't think Air Khan was there when it happened? No. No, I don't. Alright, so what then? I didn't know him personally. But I've heard people talking throughout the years. He wasn't the bravest of men before the outbreak. Oh, I did find him in a cellar. You think he was hiding the whole time? Well, I didn't say that. It's possible, though. It's hard to believe. What's hard to believe? That someone wouldn't want to die when he doesn't stand a chance in a fight? That someone would abandon his family, his loved ones in a situation like that. I don't know, Kyle. I wish I knew what I really think about this, but I don't. But I don't know. I don't have an opinion. Just, would you? I would really like to think for a while. Alone.
Тут еще есть наверху. Oh, Эркан. It's good to see you here. How's she doing? Still not responding, but I think she's getting better. Yeah, it looks that way. How are you doing? I'm, oh, I didn't even have a chance to thank you yet. Sorry for before. I was in shock. I didn't think. Thank you. Thank you for saving me there. Yeah, well, I faced a lot worse recently. I'm glad I could help. I wish I was like you. But you can't teach an old dog new tricks, can you? I need to focus on her right now. She's the only bit of my old life I've got left. Все, просто пришли, поговорили. Да, завтра. Переключим. Здесь дорогу закрыл. Я
тебе говорила. А это вообще внизу оказывается. Тут не проехать, так что сбавляй темп. Сказал не проехать. Тем более врезался вот об это ограждение, и у меня резкий урон пошел по машине. Тетя, ты туда же. Тут сундук. Мертвеца. Да, шутка. Очень трудный замок был. Не рычи там. Естественно, закрыт. Идем. Убритесь до дома. Может, это окно открыто опять? Оно под землей. Вот, наверное, скорее всего отсюда. Нашел? Я думаю, что здесь есть проход. И спуск. Пока
Козот, низ, ну тут флаг. Этот дом. Ну, хотя ты молодец, чертёж, козуец. Что, он пасть спил где-то? Ну где-то же должен быть проход. Потом уже. А я как раз смотрю, куда там до встречи. Встречи. Я должен поговорить, я дам вам пробовать.